Всем привет, друзья, с вами снова Кот, и это очередное видео с прохождением сценария «Отвага и честь» в игре Arma 3. Играем заключительную миссию. Сентябрь 1999 года. В горах Дагестана. Но тут нам показано небольшое количество противника. В этот раз будем играть за разведку. Подтверждаю попадание. Цель поражена. Запрашиваю птичек в координаты 255-101. Координаты получил. Работаю. Отлично. Хорошая пушка. Смотрим в оба. Авиация и артиллерия будут нам помогать, если понадобится. Посмотрим. Нам нужно проверить 4 точки. Первая совсем рядом. Похоже, тут уже всех ликвидировали. Ну да, тут никого нет. Разве что тут наши пленные, видимо, расстрелянные. Уходим отсюда.
Надо проверить автомобиль, может он на ходу. Тогда у нас дело пойдет быстрее. Пешком далековато будет идти. Техника на ходу. Садись в автомобиль. Вас понял. Готов. Поехали. Второй, слезай. Вас понял. Надо осмотреться, мы где-то рядом, похоже. Тут, кстати, тоже никого нет. А там кто такие? Гражданские. Казалось, я немного ошибся, и нам надо чуть-чуть подальше. Тут тоже наши, видимо, не доехали. Надеюсь, этот УАЗик на ходу. Нам еще немного проехать надо. Второй, садись. Понял. Ожидаю указаний. И вот теперь мы почти на месте. Второй, вылезай. Вас понял. Вот тут сразу слышно. Противник рядом. Минус. Есть контакт. Попались хлопцы. Запрашиваю авиаудар. Отправляю координаты. Уходим отсюда. Сейчас тут будет небезопасно. Это куда-то немного мимо цели. Так, ну что, сходить проверить? Здесь чисто. Продолжаем поиски. Ну все, значит не надо. Будем двигаться к следующей точке. Второй, садись. Понял.
Второй, слезай. Вас понял. Готов. И здесь слышен противник. Не сами себя обнаруживают. Вот он. Минус. Наблюдая вражеские формирования. Запрашиваю авиаудар. Отправляю. Вот не вовремя-то. Надо его как-то вытащить оттуда. Минус. Готовый. Еще один. Противник, солдат! Да сколько вас тут? Противник, солдат! Еще двое. Мне-то тут чудом повезло. Кажется, все. Задача выполнена. Отходим. Да, отходим. Ему уже не поможешь. Надо бы его оставить в машине. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кот, поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!